Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий и игра Dessinger Curse. The Dessinger Curse. Вот, инди-хоррор. Так, мы, короче, на прошлой серии провалились. Не провалились, ну, можно сказать, провалились. В какую-то дыру в полу. В люк какой-то залезли. Я так понимаю, мы в какие-то катакомбы сейчас. Оп, пролез как в анальное отверстие. Тестинг рум фрекин какой-то фрекин в комнату фрекин бок. Так, окей, дернуть рычаг можно снова. Отлично. Адор ойл. А ойл у нас. Ты погоди, так. Ойл масло. Ойл масло. У нас, наверное. Запомни. Что-то там запомни, короче. И грустный смайлик по скрипту. Я по-английски не понимаю. Никаких цифр нету. Sorry, not sorry. Окей, ладно. Давай откроем дверь. Пойдем дальше. Ладно. Зашли в какие-то катакомбы. Тестовая комната какая-то, да, я так понимаю. Что-то там про тестинг было написано. Ща по-любому какая-нибудь хера тень вылезет. Столбы. Бабулька опять нарисована здесь. Так, шкафчик. О, ключ. Ключ неплохо. Ключ это нормально. Ключ всегда хорошо. Тихо. Тихо. Воу-воу-воу-воу-воу. Погоди. Эй-эй-эй-эй-эй. Без этого никак? Погоди. Как-то ты резко появился, мне даже не спрятаться никуда. Ты кто такой вообще? Дядька ткнул какую-то херню мне в глаз. Погоди. Что-то... Как-то не знаю. Как-то надо... Так. Пролазим дырень. Окей, так, идем сюда, идем вдоль стены. О, картины, конечно. А, ключ, короче, получается отсюда. Тут, наверное, рычаг, как обычно, Да чтоб тебя, твою мать! Как мне спрятаться от тебя, чувак? Ты кто такой? Он хромающий мутант. Ну бегает. О, опять! Я опять забежал в тупик. Твою мать. Я опять забежал в тупик. Погоди. Нам с тобой надо взять ключ и открыть эту долбанный шкафчик. Открыть этот долбанный шкафчик. Погоди. Да залезь ты в эту дыру уже. Уже ж! Залезь ты уже ж поскорей. Так, где-то здесь. Где-то здесь ящик. Быстро, быстро. Бери ключ. Бери ключ и вали. Вали быстро. К шкафу. О, бог ты мой. Опять эта тварь нашла меня. Где шкаф? Я потерял шкаф. Где шкаф-то? Почему я, когда у меня не было ключа, я быстро забегал в этот тупик, а сейчас я не могу найти этот шкаф? Пожалуйста, пожалуйста, покажи мне комнату со шкафом. Отлично. Я использовал ключ и все затихло. Отлично. Допустим, нормально. Так. Какое-то стекло, комната. Погоди, а мы можем аптечку использовать? Пресс Е. Ага. ХП у нас много. Так, это нам не разбить. Нам попасть надо в ту комнату, получается. Вот дверь.
Вот дверь, а здесь пусто. Здесь все пусто. Отлично, дверь. Закрой. Чтоб никакие хромые тут к нам не пришли. В шкафу что есть? В шкафу пусто. В шкафу можно спрятаться. Так, камеры все за нами наблюдают. Довольная рожа какая-то. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо, тихо, тихо! Погоди. Эта тварь. Так, мы можем, кстати. Она в комнате. Эта тварь в комнате. Уйдет? Я хочу посмотреть на нее. Я хочу на нее посмотреть, как она выглядит. Мы толком не можем, не могли ее разглядеть, как эта тварь выглядит. Кстати, заметили, да, это уже не скелет, это уже какой-то реальный монстр. Тоже хромой, но реальный монстр. Так. И когда он уйдет, должна пропасть музыка, по идее. Что нам делать в этой комнате? Погоди, нам надо ящики облутать. Нам надо ящики осмотреть. Че, дверь-то нет? О! Все пропало. Так! Музыка пропала. Да открой ты дверь-то, ну! Как меня бесит это управление. О! О, погоди, здесь что-то написано. Are you leaking the big dub? И улыбающий смайлик какой-то. Выломал, короче, дверь. Так. Пусто, пусто. Пусто, да ладно, пусто. А эта тварь улыбается. В смысле, а что делать? Куда нам идти? Куда идти? Непонятно. Я реально не понимаю. Опа, она! Появилась дверь. Ее же не было, да? Не было здесь двери. Ладно. Окей. А, и это все? Первая часть конец. Первая часть конец. Отлично. Ладно. Ну вот такой вот небольшой ролик получился у нас. Вот. Ну, слушайте, для бесплатной игры, в принципе, это неплохо. Это нормально. Вот. Я даже немножко кирпичей пооткладывал. Как бы так. Запомним, запомним. Будем ждать вторую часть, вторую главу. Будем ждать, вот. И надеюсь, она быстро, в скором времени выйдет, я надеюсь. Вот. И тогда продолжим, тогда продолжим. Даже интересно. На заметочку. Мне, в принципе, зашло. Вот. Ну и всем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Кому не понравилось, ставим дизлайки. Ну вот, все равно отписываемся в комментариях, почему и что. И какое ваше мнение об игре. Ну вот. С вами был Валерий, и до новых встреч. Всем пока.